здравствуйте, добрый день. Познакомлю вас с новой роскошной коллекцией бренда Imperial. Начну вот с таких шикарных курток. Это эко-кожа с бахромой. Здесь имитация пуговиц, но на самом деле это кнопки. Вот такой жакетный воротник. Представлен в двух цветах, в черном и в таком белом оттенке. И вот эти долгожданные пояса, их очень много спрашивали, они у нас пришли. Запрашивайте, кто интересовался, посмотрите, как здесь оформлено впереди. И вот такая бахрома надевается поверх какой-то одежды. Очень стильно смотрится, также представлен в черном и в белом цвете. Вот такой шикарный костюм в молочном оттенке, прямого кроя жакет. Посмотрите, какая брошь идет тоже в комплекте. Шикарные брюки, чуть укороченные, зауженные. Здесь тоже имитация ширинки, ее нет. То есть надевается, не расстегиваются брюки. И сзади на резинке также выполнены. Очень оригинально. И посмотрите, какая фактура ткани здесь. Имитация плетения, такого подлен. И в таком красивом розовом оттенке представлен этот костюм. Шикарное воздушное платье, это 100% вискоза, очень красиво, ремень идет в комплекте, смотрите, рукав можно подворачивать. И обратите внимание, у нас всегда такие платья, они идут как шемизье, то есть расстегиваются до конца. Эта модель выполнена по-другому, здесь пуговицы только до волана, дальше платье не расстегивается. И вот такая модель. Платье-рубашка, полностью на пуговицах, ремень идет в комплекте, плетеный. Укороченный рукав 7 восьмых на манжете. Естественно, накидываем как кардиган летний, это лен, очень тактильный, приятный. К телу представлен вот в таком еще солнечном оттенке. Здесь большой карман накладной и в таком припыленном розовом. Костюм. Смотрите, какие струящиеся брюки на резинке. Здесь присутствуют карманы. Всеми нам любимые карманы. Двубортный вот такой легкий жакет. Рукав идет вот такой простой, прямой. Прямого кроя. И он в таком вот бежевом оттенке и в черном представленном цвете. Шикарный кроп-топ, укороченный, вот такие запахи здесь идут впереди, и вот так на рукаве присобран. Здесь эмблема бренда Imperial, красивый очень топ, с такими брюками палаццо, будет шикарно смотреться, посмотрите, всегда выигрышно черно-белое, брюки палаццо, широкие такие модели. Представлены в нескольких цветах, в белом, в черном классические цвета, в таком цвете фуксия красивом, насыщенном, в бежевом оттенке, и можно вот такой костюм приобрести, жилет с брюками, либо отдельно. Дополняем брюки рубашками. Такая модель слегка расширенная к низу, удлиненная сзади, укороченная впереди. Такая модель с кружевом, укороченный рукав, достаточно широкий. Таких манжеты застегиваются, высоко пуговицы. Вот такая рубашка, очень приятная, хлопок. Сзади встречная складка идет. Карманы накладные и такая тонкая-тонкая полоска белая. Такая же модель рубашки, только в белом цвете. И пришло много брюк карго, затягиваются внизу, можно распустить, они будут просто прямые. Можно подтянуть и сверху делать напуск. Вот такие карманы по бокам и затягиваются еще вот здесь на такую
красивую пряжку. На резинке полностью модель, такая спортшик больше, наверное. Прямые брючины, очень комфортные брюки. А вот такая модель карго. Здесь карманы идут на таких пластмассовых защипах, застежках. Полностью модель на резинке. Вот такая модель карго. Здесь идет ткань трикотажная. Также на такой вот красивой пряжке застегивается ремень. Затягивается, если резинка окажется чуть свободная, можно подтянуть. Это укороченная модель, прямые брючины, такие как кюлоты. Брюки, ой, простите, юбка фея, вот такая плиссированная. Шикарная модель тоже. Классические брюки, высокая посадка. Такой, наверное, легкий-легкий клеш к низу. Ремешок идет в комплекте. И вот такая модель карго, это как атласная ткань, с карманы по бокам, сзади на резинке выполнена, вот в таких цветах. Приглашаем к нам в магазин, в адрес стиля, ждем вас в гости.